Библейский портал экзегет.ру представляет. Досточтимые друзья, мы продолжаем наши беседы по Евангелию от Иоанна, и сегодня мы будем читать 6 главу. И первая тема – это тема чудесного умножения хлебов. «После сего пошел Иисус на ту сторону моря Галилейского в окрестности Тивериады. За ним последовало множество народа, потому что видели чудеса, которые он творил над больными. Иисус взошел на гору, и там сидел с учениками своими. Приближалась же Пасха, праздник иудейский». Мы видим, что множество народа идут за Иисусом, потому что они ищут чудес. И сама эта мотивация – это очень дурная мотивация. И мы уже касались этого вопроса отдельно. Те, которые ищут чудес внешних, не связанных с духовным преобразованием, с нравственным возрождением, это праздные люди в религии. И их опыт, он не представляет никакой ценности ни для них самих, ни для других верующих. Чудо – это костыль для сомневающегося. А мы следуем за Христом, как мы уже и ранее говорили, не потому, что Он убедил нас каскадом чудес с неба, а потому, что мы возлюбили Христа. Встреча со Христом происходит обычно через литургический опыт и через общение со Словом Божиим. Собственно говоря, одно дополняет другое. И когда Христос открывается нам в Писаниях, и мы в молитве обращаемся к Нему, это то, что реально может пробудить истинную веру в наших сердцах. Во всех остальных случаях, когда люди идут как бы к Богу, как бы хотят приблизиться к церкви, но это связано с тем, что у них или какой-то недуг, или какие-то другие проблемы, их религиозность, она очень поверхностное. Как только они получают того, чего они ищут от Христа и от Церкви, они перестают следовать за Христом и ходить в Церковь. А если не получают то, что просят, то озлобляются и на Христа, и на Церковь. Ученики, напротив, как блаженный Феофилак пишет, народ приступает для поиска чудес, ученики приступают для наставления вере. Иисус восходит на гору, и там сидит с учениками. О народе сказано только, что они следовали за Христом. Но вот на гору он восходит только с учениками. Гора в Священном Писании – это в том числе и некая аллегория. То есть возвыситься духовно может не тот, кто имеет какую-то личную цель в молитве обращаться к Богу, какие-то меркантильные интересы, связанные с религией, но только тот, кто, как ученики, приступает к Нему для наставления веры. И вот это очень важно помнить. Иисус, возведя очи и увидев, что множество народа идет к Нему, они идут,
а Христос уже с учениками на горе. Они идут ради чуда, народ ищет чудес, апостолы уже восседают с ним, как в некой школе, где они получают наставление в вере. Иисус, возведя очи и увидев, что множество народа идет к Нему, говорит Филиппу: «Где нам купить хлебов, чтобы их накормить?» Хотя мотивация толпы, она, безусловно, была неверная мотивация, но Христос, как Творец, проявляет заботу и об этих людях. Он проявляет заботу не только о верующих, но и о неверующих. Он заботится не только о людях, но и о птицах небесных, о зверях полевых. И здесь он научает учеников этим вопрошанием проявлять заботу не только о своих, но и о тех, которые могут проявлять по отношению к нам чисто какой-то поверхностный интерес. Он спрашивает, где нам купить хлебов, чтобы их накормить. Говорил же это, испытывая его, то есть Филиппа, ибо сам знал, что хотел сделать. Филипп отвечал ему: им на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя понемногу. Один из учеников его, Андрей, брат Симона Петра, говорит ему: здесь есть у одного мальчика 5 хлебов ячменных и 2 рыбки. Но что это для такого множества? Посмотрим некоторые комментарии. Комментарии Кирилла Александрийского. Итак, 5, говорит, было хлебов, и притом ячменных. И ими Христос насыщает любящих Его. Я думаю, любознательный может толковать и лучше, что 5 ячменными хлебами обозначается пятичастная книга премудрого Моисея, то есть весь закон, доставляющий как бы более грубую пищу, буквы и истории, ибо на это указывает то, что они были из ячменя. А рыбами пища рыбарей, то есть сладостнейшие Писание учеников Спасителя, а говоря, что их было 2, указывает на то, что у нас сияет апостольская евангельская проповедь, а та и другая суть обретения рыбарей и духовное писание. Итак, смешав новое с ветхим, Спаситель посредством закона и учений Нового Завета питает души верующих в Него к жизни вечной. На Святой Земле ячмень начинает уже колоситься, его можно жинать к Пасхе, а пшеница наливается зернами только к Пятидесятнице. Таким образом, ячмень указывает на события Страстной Седмицы, когда по закону Христос был принесен в жертву. А пшеница, она указывает на благодать Духа Святаго, ибо верующие чаще сравнивается с пшеницей, чем нежели с грубым ячменем.
скорее ветхозаветные люди – это ячмень, ибо средоточие их Пасха ветхая, а начало церкви – день Святой Пятидесятницы, когда Дух Святой сошел на апостолов. И посмотрим толкование блаженного Августина, его трактат на Евангелие от Иоанна. Короче говоря, пять хлебов понимаются как пять книг Моисея, и понятно, почему хлебы не пшеничные, а ячменные, ибо они имеют отношение к Ветхому Завету. Вы знаете, что ячменное зерно устроено так, что до его сердцевины трудно добраться, ибо сердцевина скрыта покровом мекины, и сама мекина крепкая и цепкая, снять ее трудно. Такова буква Ветхого Завета, одетая покровами плотских таинств. Но если добраться до сердцевины, она питает и насыщает. Сердцевина Ветхого Завета – это Христос. Но Христос в Ветхом Завете, Он явлен в образах, которые надо разгадать, рассмотреть. И мы знаем, что Христос, когда собеседовал с теми, которые шли в Эммаус, Он доказывал о себе из закона пророков и Писаний. И, как он сам говорит, все Писания говорят обо мне. А Библия Иисуса Христа и Библия первых христиан – это только Ветхий Завет. Новый Завет формируется какое-то время, и, как я уже объяснял, в лучшем случае христиане Палестины могли иметь послание Иакова, брата Господня, и Евангелие от Матфея. Римские христиане могли иметь Евангелие от Марка и послание к римлянам апостола Павла. А собирается все это в один общий свод, где-то, скажем так, к середине II века. Поэтому древние христиане, они внимательно изучали Ветхий Завет. И если мы посмотрим на росписи древнеримских катакомб, там в основном изображения, связанные с сюжетами Ветхого Завета. И очень мало изображений, собственно, новозаветного происхождения. И Августин далее пишет: «Итак, какой-то мальчик имел при себе пять хлебов и две рыбы. Если мы подумаем, кто был этот мальчик, вероятно, это был народ израильский. По детскому неразумию он имел, но не ел. Две рыбы, как нам кажется, обозначают те два высоких лица, которые в Ветхом Завете помазывались на священство и царство, священника и царя. Но Христос и есть царь и первосвященник. Потому что мы видим, что у Девы Марии была сродница, южница Елизавета, которая была женою Левита, Захарии. Таким образом, таинственно во Христе соединялся род Давида и род Аарона. И во Христе мы догматически исповедуем три служения в Его истинном человечестве. Служение первосвященника, царя и пророка. Но рыба, по-гречески «ихтиос»,
Это и аббревиатура слов Иисус Христос, Сын Божий. Поэтому первое объяснение Кирилла Александрийского, которое указывает на четыре Евангелия и на апостольские послания, оно более соответствует духу святоотеческой экзегезы, потому что, да, сердцевина раскрытия всех истин о Христе – это евангельский текст, новозаветный текст. Хотя в некотором смысле можно сказать, что и Ветхий Завет свидетельствует о Христе, и Новый. Поэтому главная тема не только Нового Завета, но и Ветхого – Иисус Христос, Сын Божий, тот же самый Ихтиос. Разные истолкования, как я вам часто объясняю, они не противоречат одно другому, а одно истолкование, оно дополняет другое истолкование. И мы читаем далее. Давайте перечитаем 8 стих и 9. «Один из учеников его, Андрей, брат Симона, говорит ему, здесь есть у одного мальчика 5 хлебов ячменных и 2 рыбки, но что это для такого множества?» То есть внешне все Слово Божие выглядит как просто книга. Но в этом мире существует миллион разных книг. И неужели вся истина, необходимая для человечества, сосредоточена в этой одной книге? Но что это для такого множества? Но в действительности Библия – единственная книга, как я вам уже объяснял, которая помогает нам распознать намерение Божие относительно всего рода человеческого и каждого из нас в отдельности взятого. Помните, мы об этом говорили. Кто-то родился в 40-х годах, кто-то в 60-х, кто-то в 70-х, и мы проживаем свою жизнь, кто-то 60 лет, кто-то 70, кто-то 50, и мы как бы не видим всей картины и не можем распознать свое положение в истории домостроительства. А Библия, которая начинается словами «Вначале сотворил Бог» и оканчивается апокалипсисом, чем все это заканчивается, она показывает нам весь смысл существования этого мира, всю эту историю от начала и до конца. Это единственный подобный текст, который дает возможность человеку увидеть всю историю домостроительства, царства, благодати. Как Бог сотворил человека, что произошло с человеком после грехопадения, как Господь обеспечивает для нас спасение и чем все это заканчивается. И мы тогда начинаем распознавать свое положение в истории. Иначе мы не видим всей картины. И ни одна другая книга, она не может дать нам такой полной картины, видения всей жизни. Как Христос говорит, Он есть Альфа и Омега, начало и конец. И Он же есть Слово Божие, которое стало плотью и обитало с нами полной благодати истины. И мы читаем далее. «Иисус сказал, велите им возлечь.
было же на том месте много травы. И так возлегло людей числом около 5000. А что может означать вот этот ремес, намек? На том месте много травы. Но чему нас может научить это уточнение? Как не тому, что Бог всегда заботится о людях, которые, может быть, по разным причинам следуют за Ним. Он не просто их вывел в пустыню, это было место, где можно было расположиться на зеленой траве, отдохнуть, и теперь Он готовится напитать их чудесным образом. И так возлегло людей числом около 5000. Иисус, взяв хлебы и воздав благодарение, раздал ученикам, а ученики возлежавшим, также и рыбы, сколько кто хотел. Итак, Христос объясняет своим ученикам смысл пяти книг Моисея и являет им откровение Евангелия. Ученики, эти духовные знания, сами, потом через своих преемников, епископов, передают народам из поколения в поколение. Поэтому вот этот принцип «раздал ученикам, а ученики возлежащим», он действует в каждом случае, когда мы хотим понять истины библейского откровения. Мы должны изучать Библию в церкви и вместе с церковью. Что значит «в церкви и вместе с церковью»? Мы должны опасаться своих собственных мнений, потому что в Библии сказано, что пророчество невозможно понять само по себе, если не будет откровения от Бога. И второе послание Петра, 3 глава, 15-16 стих, Петр пишет, что многие к собственной своей погибели превращают или искажают, как и прочие Писания. Поэтому лучше читать Слово Божие вместе с блаженным Августином, вместе с Кириллом Иерусалимским, вместе с Иоанном Златоустом. Поэтому мы с особым вниманием должны относиться к святоотеческим истолкованиям. И именно к истолкованиям святых отцов. Святые отцы – это только до 8 века. Последний отец Восточной Церкви – это Иоанн Дамаскин, западный бедодостопочтенный. Из особого уважения к Григорию Паламе греки его тоже называют отцом. Все остальные авторы, в соответствии с решениями Вселенских соборов, могли что-то говорить или писать, отталкиваясь от Писания отцов. Это период, скажем так, от первого вот до 8 века. Тем более, что если речь идет об ячменном хлебе, который труден для того, чтобы его очистить, сделать съедобным. Собственно говоря, поэтому значительно больше комментариев у отцов классического периода относились к Ветхому Завету. А толкование Нового Завета, да, это очень важно, для нас это имеет первостепенное значение, но этот текст более открыт для христианина, потому что мы живем в новозаветной церкви, мы являемся причастниками
тела и крови Иисуса Христа, то есть мы переживаем эту реальность. Но так как все Писание полезно для научения, для наставления, для обличения, для нас важна каждая строчка из библейского откровения. Ветхий ли это завет или новый? А о Ветхом Завете Христос прямо сказал: «Ни одна черта, ни одна иота не придет из закона, пока не исполнится все». Итак, Иисус, взяв хлебы и воздав благодарение, раздал ученикам, а ученики – возлежащим, также и рыбы, сколько кто хотел. Итак, мы видим, что насыщение происходит неким удивительным образом. Сколько кто хотел, столько и получил. И богословы учат, что Бог открывается нам в той мере, в какой мы способны постичь Его откровение. А это уточнение, кто сколько хотел, оно может подсказать нам, что Бог открывается не только в том смысле, кто может вместить, но и кто хочет вместить. А кто не хочет вместить, то он и не получит того, чего не желает. И когда насытились, то сказал ученикам своим: «Соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало». Что такое оставшиеся куски? А вот в этом аллегорическом истолковании, которое мы сейчас рассматриваем, оставшиеся куски – это те тексты Священного Писания, которые мы еще не распознали, не поняли, не изучили. Вот есть проект сейчас на Ютубе, называется «Экзегет». Там поставлена задача, чтобы каждая глава была прокомментирована в аудиоформате, в видеоформате. И священники выбирают, какую взять книгу для изучения. Но есть такие тексты в Библии, за которые трудно браться, на которые почти нет истолкований. Например, как сделать комментарий на книгу чисел, книгу Левит, так, чтобы это было актуально и свидетельствовало бы о Христе. Целые разделы книги Паралипоменон, книга Неемия и подобные книги. Поэтому в любом случае мы должны все то, что не изучено, собрать, сложить в коробы, чтобы ничего не пропало. До времени, когда мы найдем объяснение отцов, мы вернемся к этим текстам. А буквальный смысл, прямой смысл этих слов, надо дорожить теми благословениями, которые Бог посылает, даже в виде пищи. На Руси не принято было выбрасывать остатки еды куда-то в мусор. Могли кормить скотину остатками еды, но просто выбрасывать не допускалось. Таким образом, Христос научает нас бережливости. «Соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало». И собрали, и наполнили 12 коробов кусками от 5 ячменных хлебов, оставшимися у тех, которые ели. 12 коробов
Число 12 указывает на апостолов, но наша церковь называется апостольской церковью. Поэтому есть основания предполагать, что в церкви мы можем найти объяснение на каждую строку Священного Писания. И если что-то нам еще не ясно, мы должны исследовать по отцам. По-моему, у Льюиса есть работа, она называется «О старинных книгах». И в этой работе он пишет, сейчас мало кто читает Аристотеля, Платона, других древних авторов, Августина. Чаще читают книги о Платоне, об Аристотеле, об Августине. И Льюису представляется, что это неправильно. И он настаивает, что надо читать самих этих авторов. Поэтому мы никогда не должны довольствоваться экзегетическими такими компиляциями. Мы должны просто научиться читать отцов. Это лучшее занятие, лучшая школа – читать отцов. Но, что интересно, несколько проектов уже, вот мне известно, три проекта, которые осуществлялись по изданию святых отцов, начиная где-то с 90-х, были предприняты попытки издать отцов, хотя бы то, что было издано на русском языке до революции. Два проекта очень быстро разорились. Никто не покупал эти книги. Это одна серия, такие зеленые были книги. И издательский совет Московской Патриархии издали писания мужей апостольских, но планировалось как бы всех отцов издавать. То, что было на русском. И сейчас Сибирская Благозвонница издает святых отцов, но издали немного, и эти книги, они не покупаются. К ним нету такого глубокого интереса. И вот это очень печально, потому что покупают какие-то там брошюрки, кому-то интересно там читать там, я не знаю, там Стеняева, там Кураева, там Дворкина, еще кого-то. Но на самом деле общение со святым отцом, с тем или иным святым отцом, оно даст нам значительно больше, чем нежели любой начитанный даже в отцах проповедник. Поэтому старайтесь воспитывать себе или бы хотя бы в ваших детях вот это особое отношение к патристике. И мы читаем далее. «Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали, это истинно тот пророк, который должен прийти в мир. Иисус же, узнав, что хотят прийти, нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился на гору один». Святитель Иоанн Златоуст в своих гомилиях на Евангелие от Иоанна пишет: «Увы, как преобладало в них чревоугодие, какое было непостоянство в мыслях! Они уже не защищают закон, уже не обращают внимания на нарушение субботы, уже не ревнуют по Боге. Они бросили все, лишь только чрево было наполнено. Христос стал для них пророком, они хотят поставить его царем, но он уклоняется. Для чего? Чтобы научить нас презирать мирские почести и показать, что он ни в чем земном не нуждается. Избравший для себя
все убогое, и мать, и дом, и город, и воспитание, и одежду, не хотел славиться и земными отличиями. Действительно, Христос избирает для себя все очень убогое, а его мать – простая смиренная дева из Назарета, не царица, дом – скромное жилище плотника, город – Назарет, Капернаум, как минимум не Иерусалим, воспитание – простое плотника и простая одежда. То есть Христос с самого начала самим своим рождением в пещере, которая являлась загоном для скота, Он показал свое презрение ко всему такому земному, человеческому, научая и нас выстраивать правильный приоритет ценностей, что должно быть на первом месте, на втором, на третьем и так далее. Собственно говоря, Он предлагает нам искать прежде всего Царствие Божие и славы Его, указывая на то, что остальное нам приложится. Остальное, это как пишет апостол Павел, имеешь пропитание, одежду, будь доволен. А те, которые впадают в зависимость от богатства, впадают во всякие безрассудные похоти. Блаженный Августин пишет: «Так что же, не был царем тот, кто боялся стать царем? Был, конечно, но не таким царем, каким стал бы у людей, но таким, какой мог быть людям, сам дающий царство. Ведь он всегда царствует вместе с Отцом, потому что он Сын Божий, Слово Божие, Слово, через которое сотворено все. Пророки предсказали царство Его, а поскольку Христос сделался человеком, Он сделал верных Своих христианами, то есть подобными Себе. И так настанет царство христиан, которое только собирается, которое только уготовляется, которое только искупается кровью Христовой, будет некогда открыто царство Его, когда открыта будет светлость святых Его после суда, им, Христом совершенного. Это тот суд, о котором Он сам говорил выше, тот, который будет вершить Сын Человеческий. Ученики же и толпы народа, верующие в Него, думали, что Он пришел с тем, чтобы уже царствовать. То есть они желали похитить и сделать Его царем. Хотели предвосхитить Его время, то, что Он сам себе скрывал, чтобы открыть в надлежащий срок. И в надлежащий срок в конце времен сделать явным. И мы, наверное, помним слова Христа, когда Он говорил: «Царство Мое не от мира сего». И царство Христа на земле – это Его Церковь, то есть та часть рода человеческого, которая, живя на земле, обитая на земле своим царем и первосвященником, почитает Христа. Ибо, вступая в церковь, мы становимся согражданами святым и ангелом. И принадлежать к церкви – это и есть царственное достоинство,
и священническое достоинство, ибо по благодати все христиане и цари, и священники. Цари, потому что помазаны святым миром, чтобы праведность царствовала в наших сердцах, а не грех. Священники, потому что можем возносить молитвы на всяком месте, обращаясь к Богу, как к нашему Отцу Небесному. И следующая тема – это тема хождения по водам, пятое знамение ученикам. Когда же настал вечер, то ученики его сошли к морю и, войдя в лодку, отправились на ту сторону моря, в Капернаум. Мы видим, что когда Христос удаляется от толпы, даже убегает от толпы, Он обычно восходит на гору и там находится какое-то время в молитве, научая нас, когда какие-то искушения нападают на нас, с помощью молитвы преодолевать эти искушения. Собственно говоря, когда народ предложил поставить его над собою царем, Христос отлично понимал, кто стоит за этим предложением. Тот, который в пустыне сказал Христу: «Я отдам тебе все царства мира, если ты падше поклонишься мне». Иногда дьявол действует через обычных людей. В случае со Христом и его учениками Христос однажды сказал апостолу Петру: «Отойди от меня, сатана, ты в соблазн мне». Когда Петр предлагал ему уклониться от страданий на кресте. А Христос в том числе ради этого и пришел. Когда же настал вечер, то ученики его сошли к морю и, войдя в лодку, отправились на ту сторону моря, в Капернаум. Что значит, когда настал вечер? Когда ликование толпы после насыщения уже немножко улеглись, успокоились, интерес толпа могла проявлять не только ко Христу, но и к его ученикам с разными расспросами. А вот к вечеру ученики, войдя в лодку, отправились на ту сторону моря, в Капернаум. Становилось темно, а Иисус не приходил к ним. Действительно, становится все темнее и темнее от века к веку. И мы видим, как нравственно и морально мир разлагается, и тьма греха от поколения к поколению, она создает проблемы для всего рода человеческого, даже для тех, кто находится в лодке. Лодка – это символ церкви. Становилось темно, а Иисус не приходил к ним. Ожидание пришествия Христа началось тогда, когда два ангела сказали апостолам: как Он вознесся, так Он и вернется. И с этого момента история церкви становится историей ожидания. И ожидание становится очень острым, когда мы чувствуем необходимость присутствия Христа в нашей жизни, когда не только тьма, но и противный ветер пытается опрокинуть и саму лодку. Дул сильный ветер, и море волновалось. Море в апокалипсисе указывает на мир политики, человеческих страстей и инстинктов толпы. Зверь, антихрист, он выходит именно из моря.
Сильный ветер – это ложное учение, а волнующееся море – это силы преисподней, приходящие в движение. И мы читаем, проплыв около 25 или 30 стадий, они увидели Иисуса. То есть они наконец-то увидели Иисуса, идущего по морю и приближающегося к лодке, и испугались. Почему они испугались? Если христиане от поколения к поколению ожидают пришествия Христа и литургически возглашают «Ей гряди, Господи Иисусе», то почему они должны испытывать страх, когда реальность его пришествия неожиданно начинает проявляться в нашей собственной реальности? Потому что мы осознаем, что не только мир, в котором мы живем, мир неверия, но и каждый из нас, отдельно взятый верующий, готовы ли мы к этой встрече? Каждый верующий осознает, что смерть – это тоже встреча с Христом. Как апостол Павел восклицает, для меня жизнь – Христос, а смерть – приобретение. Но это знание не освобождает нас от страха смерти. Известно, что когда Силуан Афонский умирал, он плакал от радости, что он наконец-то увидит Христа. Потому что когда он был еще новоначальным, в самом начале его пути, ему явился Христос. И он жил ожиданием этой встречи. Но почему церковь боится пришествия Христа? Они испугались. Прочитали мы с вами. Но он сказал им, это я, не бойтесь. На самом деле, испуг может иметь и другое значение. Они могли испугаться, принять за Христа того, кто не является Христом. Антихрист явится в этот мир, как Христос. Он будет действовать, как Христос. Ефрем Сирин очень подробно описывает, что он будет боголюбив, набожен. Его мать будет девой, внутренне, конечно, извращенной, но все будет выглядеть очень благочестиво. Собственно говоря, даже херувимы, которые закрывают свои лики крылами и восклицают «Свят, свят, свят!» Почему они закрывают лики крылами? Чтобы не принять за Бога то, что не есть Бог. Вот почему. Итак, они испугались, но он, как бы распознав природу их страха, сказал им «Это я, не бойтесь». Они хотели принять его в лодку, и тотчас лодка пристала к берегу, куда плыли. Действительно, когда Христос с нами, мы не чувствуем никакого беспокойства. Вот эта фраза «Это я, не бойтесь», она перекликается с неким текстом из книги «Бытия». Помните, в книге «Бытия» есть такая история про Иосифа Прекрасного, которого братья за серебряники продали в египетское рабство. И потом, когда был голод в Эрец-Исраэль, то они пошли в Египет покупать хлеб, и там произошла такая сложная история, что два их брата оказались
В заключение, у этого человека, который этот хлеб предлагал, этот человек был Иосиф, но они его не распознавали как Иосифа, потому что сыновья Иакова, братья Иосифа, расстались с ним, когда ему было 17 лет. И когда был самый критический момент, им казалось, что этот царедворец фараона сейчас их всех казнит. Когда ужас, паника, страх смерти объяли их сердца, неожиданно он говорит: «Они Иосиф, я Иосиф, не бойтесь». В понимании святых отцов история Иосифа и братьев – это история взаимоотношения Христа с еврейским народом. Как сказано, пришел к своим, свои не приняли. Иосиф пришел к братьям, они его продали за сребреники в Египет. Египет его принял, как языческий античный мир принял Христа верою, а Израиль оставался в неведении о Христе. И вот, когда Христос хочет успокоить нас, Он очень часто, это мы видим в разных Евангелиях, говорит эти слова: «Не бойтесь, не бойся». Потому что, когда Христос с нами, чего мы можем бояться? Ведь без воли Его даже волос нашей головы не упадет. И когда они только хотели Его принять в лодку, тотчас лодка пристала к берегу, куда плыли. То есть со Христом мы можем быстро достичь той цели, к которой стремимся. В Евангелии от Матфея описывается, когда Христос, это немножко другая ситуация, Он входит в лодку, и буря сразу успокаивается. Христос в лодке со своими учениками – это счастье церковной жизни. Да, но никто не спорит, что Христос в церкви. Ведь Он сам сказал: где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди. Но иногда нам кажется, что Христос уснул. Помните, как описывается в одном случае, ученики плыли с Христом, и началась страшная буря, а Христос спал. И ученики начинают Его будить. И они говорят: «Тебе нету дела до нас». Он встал и запретил буре. «Бог наш не спит и не дремлет», сказано в Писании. Мы с большим доверием должны относиться ко Христу, особенно вот в эти сложные времена, когда запах войны, крови витает в воздухе, мир переполнен страхами. Наше доверие ко Христу может очень много изменить. На другой день народ, стоявший по ту сторону моря, видел, что там, кроме одной лодки, в которую вошли ученики Его, иной не было, и что Иисус не входил в лодку с учениками Своими, а отплыли одни ученики Его. То есть кто-то из народа проводил их до лодки, надеясь там увидеть Иисуса. Между тем пришли из Тивериады другие лодки, близко к тому месту, где ели хлеб по благословению Господнем. И так, когда народ увидел, что тут нет Иисуса, ни учеников Его, то вошли в лодки и переплыли,
в Капернаум, ища Иисуса. Мир без Христа и Его учеников представляется лишенным смысла. А зачем там оставаться? И когда эта толпа убедилась, да, Христос куда-то ушел на гору, ученики уплыли, они собираются на лодке и переправляются в другое место. Мир без церкви будет лишен смысла. И это произойдет, когда будет восхищение церкви. После восхищения церкви мир не будет уничтожен сразу. В Апокалипсисе сказано, что будет тишина на небе около получаса. Отцы говорят, будет 40 дней еще жизнь этого мира без церкви. Но люди окажутся неспособными существовать без церкви. Никто не сможет покаяться. Потому что те, которые примут начертание зверя, они настолько озлобятся, хотя и будут знать, что Антихрист уже уничтожен, что Христос грядет, знамение креста будет на небе, но мир без церкви – это мир без Христа. Ибо церковь есть тело Христово. И когда мы читаем Евангелие от Иоанна, и Слово стало плотью, эти слова свидетельствуют не только о воплощении Сына Божия, но и о природе Церкви. Если Церковь есть тело Христово, а Он глава этого тела, то Христос и Церковь, они существуют неразрывно. И об этом надо помнить. Давайте посмотрим некоторые истолкования на этот отрывок. «Когда же настал вечер, то ученики его сошли к морю». Августин Блаженный в своей книге о согласии евангелистов пишет: «В отличие от Матфея, Иоанн сперва упоминает, что он удалился на гору один, а затем говорит о том, что случилось поздно вечером, как ученики его спустились к морю, и когда они взошли в корабль и так далее. Кто не поймет, что Иоанн здесь возвращается к рассказу о том, как ученики выполнили то, что приказал им Иисус еще до того, как удалился на гору. Ведь это очевидно. И посмотрим объяснение Августина. Это его трактат на Евангелие от Иоанна о церкви во время бури. Итак, он снова удаляется на гору один, первородный от мертвых, восходящий превыше всех небес и ходатайствующий за нас. Августин воспринимает это как образ вознесения Христа. Итак, когда он зашел в горы, что претерпевали ученики в лодке, ибо когда он утвердился в вышних, та лодка предзнаменовала церковь, действительно была тьма, ибо свет еще не пришел, уже настала тьма, а Иисус еще не пришел к ним. Поскольку приближается конец мира, блуждания возрастают, страхование чаще бывает. Растет неправда, растет неверие. Наконец, свет, который есть любовь по Иоанну, ибо сам евангелист достаточно ясно показывает, когда говорит так: «А кто ненавидит брата своего, во тьме пребывает». Любовь в нем очень часто угасает в этом мире, когда возрастает эта тьма братской ненависти, с каждым днем возрастает,
а Иисус все не приходит. Когда тьма возрастает, любовь остывает, неправда изобилует, это есть волны, качающие корабль. А бури и ветра – это грозные голоса злодеев. Тогда остывает любовь, тогда усиливаются волны, и корабль церкви качается. Ведь поскольку изобилует неправда и оскудевает любовь многих, усиливаются волны, сгущается мрак, свирепствует ветер, однако корабль плывет. Претерпевший же до конца, тот спасется и приходит таким образом, идя по волнам, попирая стопами всю гордость мирскую, подавляя все высокое мира. Это совершается, когда пребывает время и когда приходит пора века. Умножаются в этом мире страдания, умножается зло, умножаются печали. Все это накапливается, и приходит Иисус, идущий по волнам. Действительно, Христос не даст силам зла осуществить такой накал страстей, пороков, беззаконий, чтобы никто не мог устоять. Ибо Сын Божий, мы видим из Евангелия, Он даже будет молиться о том, чтобы Отец Небесный сократил дни последних искушений. И у апостола Павла сказано, мы часто вспоминаем эти слова, что Бог никогда не посылает испытания сверх сил, но в самом испытании посылает некое облегчение. Поэтому, хотя мир пребывает в состоянии нравственного, морального, религиозного и политического коллапса, церковь продолжает существовать в этом мире, как Царство Божие, уже теперь, здесь на земле, о котором Христос сказал: «Царствие Божие внутрь вас есть». И если мы сохраняем верность Христу и не даем места дьяволу в своем сердце, как сказано, верую вселиться Христу в сердца наши, то церковь еще жива. Церковь, создав которую, Христос сказал: «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». И следующая тема – вера и чудеса. И мы читаем: «И, найдя его на той стороне моря, сказали ему: Рави, когда ты сюда пришел?» Иисус сказал им в ответ: «Истинно, истинно говорю вам, вы ищете меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на нем положил печать свою Отец Бог». И так сказали ему: «Что нам делать, чтобы творить дела Божии?» Иисус сказал им в ответ: «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал». Оказывается, вера есть дело, причем дело первостепенной важности. Вера в Иисуса Христа как Сына Божия. Как я вам объяснял ранее, есть три теологических добродетели – вера, надежда, любовь. Добродетель – это то, что вменяется в заслугу как дело. Есть дела веры, есть дела, связанные с христианской надеждой и с христианской любовью.
Так вот, очень важное дело Божие, чтобы мы веровали в того, кого Бог Отец послал в этот мир, нас ради человека и нашего ради спасения. И чтобы, имея эту веру, мы старались передавать ее другим последующим поколениям. Это великое дело Божие – укреплять в вере самих себя и тех, которые зависят от нас, дети, дружат с нами, товарищи по работе, или кто-то просто оказался короткий момент рядом с нами, но у нас есть возможность поговорить с ним о Боге. На это сказали ему: какое же ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили тебе, что ты делаешь? Знамением является сама вера. Мы часто касаемся этого вопроса. И мы не должны искать других знамений, кроме самой той веры, которую мы имеем, имея при этом и источник веры. Вера от слышания, слышание от Слова Божьего. И подлинное чудо – это чудо обращения к Богу. Обращение в христианство, возвращение в церковь, то, что должен пережить каждый человек. А они ищут внешних знамений. Ты дашь знамение, тогда мы поверим тебе. Что ты делаешь для этого, как бы спрашивают они. Отцы наши ели манну в пустыне, как написано: хлеб с неба дал им есть. Иисус же сказал им: истинно, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец мой дает вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру. На это сказали ему: Господи, подавай нам всегда такой хлеб. Вера – это дело Божие. Но вера должна усилить в нас надежду. Это молитвенная жизнь по вере. А христианская надежда привести нас к любви. А так как Бог есть любовь, то мы причащаемся божественной любви, вкушая от тела и крови. И это и есть хлеб небесный, манна сокровенная. Они вспоминают манну, которую действительно в течение 40 лет Бог посылал израильтянам в пустыне во время их странствований из Египта в Ханаан, когда как некая крупа беловатого цвета падала с неба на землю, ее собирали, а вкус у манны, как сказано у Моисея, был как пресный хлеб, пресная лепешка с медом. Но манна – это хлеб, который насыщал тело. Конечно, он мог укреплять их веру, но он не менял, не преосуществлял их природу из состояния чад гнева в состояние чад Божиих. А хлеб небесный, сокровенная манна, то, что мы имеем в святом причастии, это нечто более значительное, более важное. И Христос переходит к этой теме.
Августин пишет: «Вот тот, кто удалился на гору от народа, разве не с самим народом он беседует? Только пусть удержат его, только пусть сделают его царем, и тогда они обрели его по ту сторону моря, сказали: Рави, когда ты пришел сюда?» Он, совершив таинственное чудо, начинает беседу, чтобы, если можно, те, кто напитан, питались, и чье чрево он насытил хлебами, тех и умы насытить беседой. Но если они ее восприемлют, и если не восприемлют, пусть возьмут, что не восприемлют, чтобы ни крохи не пропало». Удержать его физически мы не можем. Как эти люди, они не могли физически удержать его. Поставить его царем на земле мы не можем, как и они не могли, ибо он царь не только земли, но и неба. Он царь царей и Господь господствующий. И он призывает их: старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на нем положил печать свою Отец Бог. Иоанн Златоуст в своих гомилиях на Евангелие от Иоанна пишет: «Не заботиться не значит не трудиться, но не привязываться к вещам житейским, то есть не заботиться о покое на завтра, но считать эту заботу излишней. Можно и трудиться, и не собирать ничего на завтра, можно трудиться и ни о чем не печься. Попечение и труд не одно и то же, иное трудится не для того, чтобы полагаться на труд, но чтобы подать нуждающемуся». Златоуст здесь отталкивается от известного обстоятельства. Когда собирали манну, то Бог говорил: собирайте только на тот день, в который вы собираете с утра, не оставляйте на следующий день. Но евреи стали оставлять про запас. Но на следующий день все это превратилось в червей. Только ман, который падал в пятницу, он падал для того, чтобы собирали в двойном объеме, потому что в шаббат, в субботу нельзя было ничего делать. В каком смысле мы доверяем Богу по-настоящему, когда мы считаем, что, как говорил Христос, довольно для каждого дня своей заботы? Златоуст также пишет, он говорит как бы словами Христа: «Я напитал ваши тела, — говорит он, — чтобы вы отсели искали пищи другой, пребывающей, питающей душу, а вы опять бежите к пище земной. Значит, вы не понимаете, что я веду вас не к этой несовершенной пище, а к той, сообщающий не временную жизнь, но вечную, питающий не тело, но душу». И действительно, когда нас причащают телом и крови, то нас причащают в оставление грехов и в жизнь вечную. И само причастие и есть жизнь вечная, которая, начавшись в этой жизни, она будет продолжаться и в вечности, если мы сохраним залог веры, надежды и любви. И следующая тема – «Я есть хлеб жизни». Это наиболее таинственный текст в Священном Писании, где Христос
провозглашает истину Божественной Евхаристии. О том, что мы можем быть не просто учениками Иисуса Христа, мы можем стать причастниками жизни Иисуса Христа. И как люди Церкви мы можем претендовать на это, потому что тело не существует без головы. И причастие предоставляет для нас возможность уже в этой жизни соделаться, как пишет апостол Петр во втором послании, 1 глава, причастниками божеского естества. Конечно, не по природе, а по благодати. Иисус же сказал им, надо прямо сказать, что вот эти слова не поняли даже некоторые его ученики. У него были ученики из числа 12 и были ученики из числа 70. И христианский мир тоже разделился со временем именно из-за отношения к этому тексту, который мы будем сейчас читать. Иисус же сказал им, «Я есть хлеб жизни, приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда. Но я сказал вам, что вы и видели меня, и веруете. Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон. Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную, я воскрешу его в последний день». Вот в этих словах объясняется смысл святого причастия. Святое причастие, хлеб, сошедший с неба, сам Христос, это возможность для нас быть усыновленными Богу Отцу в Его Сыне. Но кто-то возразит, да, но мы причащаемся тело и крови, а тело и кровь – это категория человеческой жизни. И более того, в Писании сказано, что плоть и кровь не наследуют Царствие Небесное. Как же все это уразуметь? Дело в том, что в Иисусе Христе божественное и человеческое в единой ипостаси неразлучно, нераздельно, неизменно, хотя и не слиянно. Поэтому, причащаясь тело и крови Иисуса Христа, мы становимся причастниками божеского естества. Да, Бог не имеет ни плоти, ни крови, но во Христе божественное и человеческое – это одна жизнь. И этой жизнью собственной ипостаси Бога человечества, Он делится с нами через святое причастие, когда мы причащаемся тело и крови Иисуса Христа. Игнатий Антиохийский писал, «Не говорите об Иисусе Христе, но желайте мира. Пусть не живет в вас зависть. Я не радуюсь пище тления
и радостям этой жизни. Я хочу хлеб Бога, каковым является плоть Иисуса Христа от семени Давидова, и хочу пить Его кровь, которая является неприходящей любовью». Почему Игнатий Антиохийский начинает со слов «Не говорите об Иисусе Христе, но желайте мира»? Потому что разговор о Христе – это то, чем занимаются протестанты. Они могут часами говорить о Христе. А Игнатий Антиохийский восклицает: «Я хочу хлеб Бога и хочу пить Его кровь». Слов недостаточно для того, чтобы быть соединенным со Христом. Ибо одно дело рассуждение о Христе, и другое дело сама причастность Христу в Его святых дарах. Златоуст пишет: «Намеревается уже Иисус приступить к учению о таинстве, и сначала беседует о Своем Божестве, говоря: „Я есть хлеб жизни“, потому что это сказано не о теле, а теле говорит под конец: „Хлеб же, который Я дам, есть плоть Моя“». То есть сначала говорит о Божестве, что Он есть источник жизни, а о Боге прямо сказано в Писании: мы им живем, движемся и существуем. Потом переходит к плоти и крови, которые в нем соединены с Его Божеством. Плоть Христа, продолжает Златоуст, ради Бога Слова есть хлеб, равно как и этот хлеб ради наития на него Духа бывает хлебом небесным. Здесь Христос не приводит свидетелей, как в прежней беседе, потому что имеет свидетельство в чуде над хлебами. Да, и иудеи все еще показывали вид, что верят Ему, между тем, как там противоречили Ему и прицали Его. Вот почему Он здесь и говорит прямо. Вера одних – это вера в дешевый хлеб, бесплатный хлеб, бесплатную рыбу. Христос, говоря о Своей плоти, говорит о возможности соединения с Божеством по благодати, как и сказано у апостола Петра: «Дабы нам быть причастниками божеского естества». Амвросий Медиоланский восклицает: «Стало быть, это есть сокровищница богатая, чей хлеб сдобен, и весьма сдобен, ибо кто вкусит его, не взалчит. Этот хлеб дал апостол, чтобы разделить его для народа верующих, и сегодня дает нам его ежедневно, освящаемый священником посредством его слов. Стало быть, этот хлеб стал пищей святых». Почему Амвросий пишет, что этот хлеб дал апостол? Каждая поместная церковь уверовала через кого-то из апостолов. Повесть временных лет сообщает нам, что на наших землях проповедовал апостол Петр, апостол Андрей. И окончание цитаты: «Стало быть, этот хлеб стал пищей святых». На самом деле, имеется в виду, этот хлеб и делает нас святыми. Но так как он нам предлагается, он уже предлагается нам как бы уже святым. Ибо до изнесения причастия священник возглашает: «Святая святым». Да, в таинстве исповеди
мы получаем разрешение от наших грехов, как от содеянных поступков. Но мы не святы. Святая святым, то есть поспешите вкусить эту святыню для того, чтобы оказаться народом святым, взятым в удел. Что значит в удел? Еврейское слово «святость», «кодеш» означает «отделенный от всего обыденного, повседневного, посвященный, выделенный». И мы становимся таковыми, когда причащаемся Бога человечества, Христа Иисуса, в святых дарах Его тела и Его крови. И далее Христос говорит еще более конкретно: возроптали на Него иудеи за то, что Он сказал: «Я есть хлеб, сшедший с небес», и говорили: «Не Иисус ли это сын Иосифов, которого отца и мать мы знаем? Как же, говорит он, я шел с небес?» И Иисус сказал им в ответ: «Не ропщите между собой. Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня, и я воскрешу его в последний день». Иудеи могли наблюдать человеческую сторону жизни Иисуса. И действительно, если говорить об истинном человечестве Христа Иисуса, то Он рождается от Пресвятой Девы Марии и названным, то есть не настоящим Его отцом, является плотник Иосиф, но Христос – Бога-человек. И иудеи не могут проникнуть в эту тайну самостоятельно. Ибо когда Петр исповедовал Христа Сыном Божьим и Мессией, то Христос сказал: «Не плоть и кровь тебе открыли это, но Отец мой, который на небесах». Значит, здесь они рассуждают только по плоти. И Иисус поэтому и говорит: «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня». Как Отец открыл Петру, кто такой истинно есть Иисус из Назарета. «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня, и я воскрешу его в последний день». У пророков написано: «И будут все научены Богу. Всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко мне». Оказывается, дар веры, он проистекает от Отца. Почему от Отца? Потому что от Отца исходит Дух Святой, который научает и наставляет нас на всякую правду и напоминает нам слова Иисуса. Как Христос и будет говорить далее, что Дух Святой, Дух Утешитель, Он напомнит вам все, что Я вам говорил. Это не то, чтобы кто видел Отца, кроме того, кто есть от Бога, он видел Отца. Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную. Христос не говорит, будет иметь жизнь вечную. Он говорит, уже имеет жизнь вечную. А апостол Павел идет дальше. Он говорит, во Христе Иисусе мы уже посажены на небесах, одесную Бога Отца. Но это, если мы во Христе Иисусе. А во Христе Иисусе наиболее конкретно мы переживаем это состояние с Ним и в Нем в святых дарах святого причастия.
И смысл жизни христианина – оберегать это состояние от причастия до причастия. Вот почему очень важно напутствовать святыми дарами умирающих. Ибо кого Бог в чем застанет в день смерти, так и будет судить. «Я есть хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что идущий его не умрет. Я хлеб живый, сошедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». Вот это подлинный путь к Отцу, который возможен только через Сына и в Сыне. И тайна нашего спасения, она распознается именно евхаристически, распознается и переживается. Поэтому очень важный тезис. В православии спасение не достигается. В православии спасение принимается и евхаристически распознается и переживается. Это иудеи пытались достигнуть спасения. А когда апостолы спросили Христа, кто может спастись, он сказал, человеком это невозможно. Потому что ни в православии, ни где-либо еще человек не может достигнуть самостоятельно того, что он имеет во Христе и со Христом, будучи принадлежащим к Его истинной Церкви, вкушающей Его истинного тела и Его истинной крови. Тогда иудеи стали спорить между собой, говоря, как Он может дать нам есть плоть свою. Иисус же сказал им, «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий Мою плоть и пьющий Мою кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день». Здесь опять говорится, что едущий Его плоть и пьющий Его кровь уже имеет жизнь вечную. И Господь воскресит его в последний день. Но разве в последний день Он не воскресит и тех, которые не имеют жизни во Христе и со Христом? Но дело в том, что воскрешение грешных, предназначенных к адскому пламени, не считается воскресением в жизнь, а в Писании обозначается как воскресение в смерть вечную. Ибо трудно назвать жизнью в библейском понимании плач и скрежет зубов в аду. Ведь жизнь – это и есть Бог, жизнодавец. А жизнь без Бога – это ад. Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье. Здесь очень важный аспект, на который надо обратить внимание. Святые отцы настаивают на том, что жизненная необходимость таинств подчеркивается в Библии тем, что они сравниваются с жизненными циклами человеческого тела. Здесь мы прочитали, что Христос говорит, «Плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье». То есть речь идет
о том, чем обычно питается человеческий организм. Пища и питье. И святые отцы тогда обратили внимание на 6 других таинств. И чтобы подчеркнуть их жизненную необходимость, как человек не может существовать без пищи и питья, они провели такую параллель. Само рождение человека указывает на христианское крещение. Ибо сказано, кто не родится от воды, не увидит жизни вечной. От воды и духа там сказано. А рождение человека действительно это то, что связано с таинством крещения. Но так как рожденный организм должен возрастать, то в таинстве миропомазания в духе даются печати Духа Святаго, которые обеспечивают рост организму, как рожденное дитё возрастает, но возрастает благодаря пище. Если младенца не кормить, он умрет. А истинная пища и истинное питье – это причастие, как мы здесь прочитали. Да, но организм заболевает любого человека. Поэтому есть два врачующих таинства. Это таинство покаяния, исповеди и таинство соборования. И два инструментальных таинства, они связаны с жизненной необходимостью. Это таинство брака, чтобы род человеческий распространялся, и таинство священства, имеющее чисто инструментальное назначение преподавать людям учение веры и обеспечивать им доступ к таинству. Таким образом, когда здесь мы читаем, ибо плоть моя истина есть пища, и кровь моя есть истина питье, только отталкиваясь от этого текста, отцы выстроили вот ту схему, о которой я вам сказал. «Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем, как послал меня живый Отец, и я живу Отцем, так и идущий меня жить будет мною. Сей-то есть хлеб, сошедший с небес, не так, как отцы ваши ели манну и умерли, едущий хлеб сей жить будет вовек. Сие говорил он в синагоге, уча в Капернауме». Святые отцы очень подробно исследуют этот текст, можно найти массу комментариев. Но, как я уже сказал, сама такая постановка вопроса, что спасение осуществляется евхаристически, через его тело и кровь, отшатнула от него многих учеников. И об этом мы читаем далее. «Многие из учеников его, слыша то, говорили, какие странные слова, кто может это слушать? Но Иисус, зная сам себе, что ученики его ропщут на то, сказал им, это ли соблазняет вас? Что ж, если увидите Сына Человеческого, восходящего туда, где был прежде, дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь. Но есть из вас некоторые неверующие, ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующие и кто предаст его. И сказал,
Для того-то и говорил я вам, что никто не может прийти ко мне, если то не дано будет ему от отца моего». Отец опять показан как источник возможности прийти к сыну. Это указывает на действие, опять же, Духа Святаго, в данном контексте на призывающую благодать Духа Святаго. «С этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним. Тогда Иисус сказал 12: не хотите ли и вы отойти?» Действительно, когда кто-то вчитывается в такие сложные слова, для кого-то, может быть, и такая беседа становится утомительной, может быть, послушать что-то другое, посмотреть, может быть, какой-нибудь интересный фильм, почитать какую-нибудь другую книгу. Человек вполне свободное существо, и Христос спрашивает: не хотите ли и вы отойти? Он спрашивает у 12. Симон Петр отвечал ему: «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, и мы уверовали и познали, что ты Христос, Сын Бога Живаго». Иисус отвечал им: «Не 12 ли вас избрал я, но один из вас – дьявол?» Это говорил он об Иуде Симонове Искариоте, ибо сей хотел предать его, будучи одним из 12. Итак, сегодня мы с вами исследовали 6 главу, последний комментарий, который мы посмотрим, это слова блаженного Августина. Это на слова: «И мы уверовали и познали, что ты Христос, Сын Бога Живаго». «Ибо мы уверовали, чтобы познать». Что значит «мы уверовали, чтобы познать»? На еврейском языке есть несколько слов, которые определяют форму понимания того, что преподается людям. Например, есть слово «хохма» – это мудрость. Ну, например, человек читает много книг, у него накопились какие-то знания, он может проводить дискуссию, при этом он может относиться к предмету, который он даже преподает, по-своему. Хохма – это просто знание, которое ни к чему не обязывает. Но есть слово «даат». Еврейское слово «даат» означает «познал». Например, сказано: «познал Адам Еву, жену свою». Там вот это слово «даат». Оно же встречается, когда говорится об изучении закона Божия. То есть можно изучать закон Божий в парадигме хохма. Исследуем, как вот интересный документ. А можно познавать. И вот то, что пишет Августин, очень важно. «Ибо мы уверовали, чтобы познать». То есть, чтобы опытно постигнуть. Если кто-то из вас читал книгу отца Павла Флоренского «Столпы утверждения истины», он там в самом начале в предисловии пишет: «Я слыхал, что на Западе людей учат плавать на тренажерах. Ложится человек посреди комнаты, там какие-то палки прикрепляют к рукам, ногам и учат плавать.
И отец Павел с таким сарказмом замечает: не знаю, может быть, так и можно научиться плавать. Но не лучше ли оказаться в самой этой воде, барахтаясь, как-то, может быть, со страхом, но поплыть. Поэтому степень даат – это опытное постижение. Иди и вишь, иди и смотри. Это тоже даат. Так вот, в таинствах церкви мы получаем такой источник веры, что является именно даат, опытное постижение. Как отец протопресвитер Николай Афанасьев в своей книге «Церковь Духа Святаго» пишет в предисловии: «Если я чему-то и научился в этой жизни, только от чаши святого причастия». Итак, цитата Августина: «Ибо мы уверовали, чтобы познать. Ведь если бы мы хотели познать раньше и затем уверовать, то мы не могли бы ни познать, ни уверовать. Во что мы уверовали и что мы познали? Что Ты, Христос, Сын Божий, то есть, что Ты – сама жизнь вечная, и во плоти, и крови Твоей подаешь нам не что иное, как то, что Ты есть Сам». Спасибо, Христос.